Украинская пара Надежда Мейхер и Петр Чернышов являются лидерами после танцпола. А сегодня они будут кататься под музыку на восточные мотивы. Понравился танец, сама идея. К сожалению, у меня сложилось такое впечатление, что Надежда Мейхер дважды, ну, была близка к падению. И если бы не сильные руки Петра Чернышова, наверное, бы оно состоялось. И все равно я напоминаю, что у нас так много дебютантов, которые еще ни разу не соревновались перед большой аудиторией на льду, что это простительно. А поддержки в исполнении этой пары были очень эффектны. Ну и, конечно, какая гибкая.